Французские депутаты выступили за свободный въезд россиян в Евросоюз. Парламентарии уверены, открытие границ для граждан России поможет как туризму, так и бизнесу. Они подробно проанализировали ситуацию, у них даже получился доклад на 200 с лишним страниц. Парламентарии упирают на то, что Россия, страна прежде всего европейская. Причем, кстати, наша европейская часть как раз-таки по территории больше вообще любого другого государства из Евросоюза. Депутаты считают, что Европа и Россия нужны друг другу, а чтобы оптимизировать взаимодействие между странами, нужно отменить визы. Вот такая логика.